все присутствующие здесь, я надеюсь, товарищи, потомки советских воинов. Да. Правильно, да, я правильно, говорю? Правильно я говорю? Правильно. С бандеровцами нам не по пути. Не по пути. Правильно я говорю? Правильно. С правым сектором не по пути. С правым сектором нам не по пути. Мы не преступники. Если мы хотим каких-то изменений в стране, они должны произойти. Мы пришли сказать, что мы не от того пришли, что нам плохо живется. Мы пришли от чему? Потому что мы не можем воспринять вот эту фашистскую идеологию, которая сегодня распространяется очень фронтально на юг и восток Украины. Вот это наш протест, мы не воспринимаем. А почему? Потому что мы дети, внуки и правнуки тех победителей, которые раздавили этот фашизм в Западной Европе. Как можно топтаться сегодня на могилах наших отцов, дедов, дядей, которые прошли всю Европу и освободили от фашизма? Да какие же террористы? Откуда они могут быть? Если мы вышли сюда. Да, мы вышли сюда. Мы хотим сказать всему миру. Без оружия, безо всего. Мы хотим сказать всему миру. Мы хорошие люди, скажите. Да. Добрые, хорошие. И мы любим всех. И вас в том числе.